Цвета появляется каждый год, потому что роза для нее почему-то очень сладкая. Цвета на розах, значит, она, смысл появления три, что она поселяется на розе, и она откладывает яйца. Каждая особь откладывает до 30 яиц. Уже через 7 дней выходят новые тли, и они опять заселяются. Ну, а самое первое поколение тлей, оно появляется весной. Его мы не замечаем. Почему? Потому что весенняя тля, она летучая, она как муха. Она как муха прилетает, и тупо летала, мы не обращаем внимания. Мы привыкли тлю, видя, что она такие маленькие, копошащиеся насекомые. А на эту муху мы не обращаем. А это летучая особь тли. Она яйца отложила, и она спокойно улетела дальше заражать не только розы, но и другие культуры. Потому что тля паразитирует практически на всех растениях. Даже хвойники и то повреждаются тлей, чтобы вы знали. Но несмотря на то, что тля такая плодовитая, тля так бы, как бы широко распространенная, ну, это насекомое избавиться можно. Самый простой способ, который вы можете, просто-напросто обливаете ветки сильной струей шланга. Облили ветки сильной струей шланга, значит, вы избиваете тлю, а тля всегда селится на верхушках побегов. Вот, поэтому можно сбить, верхушки побегов облить сильной струей, тля падает на землю, и назад она уже подняться не может. Ну, а почему она на верхушках? Потому что верхушки более сладкие, это раз. Там она может питаться, она прокалывает, высасывает соки, и у наших роз начинают крутиться листья, и при сильном заражении роза чахнет, и не цветет, больше не имеет декоративного вида. И, во-вторых, почему на верхушках? Ее еще разносят муравьи. Для муравьев тля – это дойная корова. Они ее разносят, они ее щекочут, она выделяет такую, так называемую медвяную росу, а это лакомство. Муравьи собирают эту росу и носят муравейник, кормить свое потомство. Вот тля размножается. Следующий способ – это надо побороться с муравьями. Побороться с муравьями мы можем с помощью различных приманок, различных добавок с борной кислотой. Поскольку тля всегда на верхушках побегов, наш механически, ну, как бы для роз этот способ не очень подойдет, потому что механически мы удаляем верхушки побегов. Ну, если это на плодовых деревьях, на каких-то, то там, конечно, можно пожертвовать верхушкой, срезать. Но на розе как раз верхушка побегов даст бутон, поэтому нам желательно, чтобы верхушка сохранилась. Поэтому можем применять другие средства. Тут, конечно, вопрос химических средств тоже немало против тли. Очень хорошо действует биотлин против тли. Также конфидор можно брать против тли. Ну, пойдет арриво против тли, цимбуш пойдет против тли, фитоверм, аксели. То есть препаратов очень много, которые помогут против тли. Ну, это и так, если вы за то, чтобы сразу побрызгали, и тля исчезла. Значит, можно применять препараты. Ну, есть ли биологические препараты? Конечно, их тоже немало. И многие биологические препараты просто у нас растут под ногами. Значит, настои или отвары лучше полыни, пижмы, чернобыльника, они прекрасно уничтожают тлю. Даже картофельная ботва, если взять килограмм на 10 литров воды, кипяточки проварить немного, побрызгать, и тля исчезнет с ваших растений. Ее там не будет. Поэтому такие вот способы. Не хотите заниматься растительными, значит, у вас тоже есть прекрасные средства на кухне, дома. Мыло, обыкновенное мыло. Берем 100 грамм мыла. Ну, если возьмете зеленое или дегтярное, это еще лучше, потому что он действует больше времени. Взяли раствор 100, на 10 литров 100 грамм зеленого дегтярного или хозяйственного мыла, растворили, этим раствором брызгаем 2-3 дня, и тли как не бывало на ваших ветках. Но не забывайте, как я сказал в начале, каждая особь дает до 30 яиц. Поэтому ни одна из обработок не может уничтожить. Потому что эти яйца, они пробуждаются не одновременно. Они уже пробудились, другие еще только наклевываются, вот, а третьи еще спят. Поэтому такую обработку через неделю, ну, максимум 10 дней не, надо повторить. И, возможно, придется сделать и третью обработку. Если вы сделаете три обработки подряд всеми препаратами, что я вам назвал, неважно, химические, биологические, значит, вы избавитесь от тли на своих розах. И розы будут цвести и радовать вас своей красотой.